Каждый город, каждое село, каждый район в любом случае имеет свою изюминку и свои традиции. Это некий итог года. Как мы проживаем наш год, какие народные традиции мы сохраняем и каким новым традициям мы даем продолжение жизни. Потому как данный фестиваль еще создает ту площадку и ту атмосферу, когда мы говорим о необходимости преемственности для сохранения наших традиций. В ансамбле пою уже третий год. Самая молодая участница. Коллектив участвует во всех республиканских конкурсах, на храмах, во дворах. Коллективу 32 года. У нас коллектив, у нас семья. Мы все праздники вместе отмечаем. Мы с удовольствием принимаем участие в разных мероприятиях.